Ну что, готов, все достал. Бабские перчатки для уборки? Нас примут за дилетантов. А это что за хрень? Реальный обрез, припугнем их как следует. Да там все с испугу концы отдадут. Пару дней назад ограбили казино Марка Тратмана. Эй, руки на стол, давай живо! Гоните все, что есть, и никто не пострадает. Это всего лишь деньги. С кого начнем? Начнем с Тратмана, только без фанатизма. Не понял. Просто поговори с ним по душам. По душам? Попинай его немного, но не увлекайся, он еще пригодится. Выпьем пивка. Парочка у нас. Парнишка хвастался, как удачно провернул это дельце с казино и поднял сотню кусков. Не знаю, о чем думают эти ребята, ведь надо просто залечь на дно. Сейчас добавлю огоньку, ты оценишь. Кто за это возьмется, ты? Мне нужен Микки. Микки Нью-Йорк? Нужно двоих убрать. Я не против. Не уверен, что они одобрят двойной тариф. Здесь случай особый. Я тут завсегдатай. Я знаю. А мы разве знакомы? Со мной не успевают знакомиться. Тебе, в отличие от многих, повезло. У тебя есть выбор. Не уверен, что справлюсь. Вы совершили ошибку. Ее нужно исправить. Брэд Питт. Ричард Дженкинс. Джеймс Гандольфини. Рэй Лиотта. Убивать приходилось? Они плачут, умоляют, вспоминают маму. Поэтому я предпочитаю убивать нежно, издалека. Это мы тебя сюда пригласили, не забыл? А ты мне не указывай, понял? Оно живо из машины! Я ни в чем не виноват! Ты же знаешь, что должен сделать. Основа нашего бизнеса — личные отношения. Не смешите меня. Я живу в Америке, а в Америке каждый сам за себя. Ограбление казино. Смотрите в кинотеатрах.